мину поставили вообще чат, тугую мину, посмотрите, мину поставили на эту же Слушай, метку. увеличили зону, что ли? На тугую мину человек просто Вообще та же побежал самая и миссия. на карту не посмотрел, Да взорвал. ладно, та же самая. Заметки не грузятся сразу. Ага, у А, меня вообще. загрузились. Да, У прикольно. всех загрузились, у меня есть заметки. Карте, Тут что, зона была? карте. По-моему, только линия была или нет? Группы и танк. Какой Так, танк? отойду на секунду. Но хочу снова за батону пойти. Взять Группа свой Урал танк, с Зушкой и нормально. говорит А ворон, мы не спецназа, знаю, что что звали? это. Еще Да. лазерного нету. Нет, сложнее Заебись. всего сбить, надо лететь, короче, с запада на восток, по-моему. Вроде бы. Вертушки с востока на запад летят, когда прилетят. Или с востока на запад, да. С бастами стартуют. Ворон, ты за кого? За синих. В каком бастаме? Что у Вообще Расмане? меня метки совсем не грузятся. Или в Расмане, не помню. Бастам это вообще город, когда находится в зоне еще частично. Я не помню, где ты там стартуешь. Блин, Может, между ними. Расманский аэропорт. Нет, точно не там. Ты можешь с нами вообще? Так, я помню, где я им спавн ставил. Это либо Расман, либо Басман. Чья А это миссия? Вертушки можно сбить там? Вот она. Да, можно. Если они подлетят, А с кем вот он играет? подлетать будут. Кого? Я за синих играю. Вот он. А почему? Там это должно быть спецназовцы и снайпера тире качки. Должно да, быть тире. Ну они дальше дефиз, бегут. Точнее. Дефиз должен быть. Где дефиз? Это парни. Сколько я не знаю, тут три там ящика. Они находятся поставил. Здесь. Дефиз поставил быстро мне. Сейчас. Так 50, на ясно. Ты как аудитория, которая создал а миссию, что, там типа рандомно еще был статус так 50. Спавнится. А как они выглядят? Что где тиры? Вот, в чате нарисовал. Приблизились. А я думал, это глазики и носик. Какой танк? Че я писал? Стали прогружаться маркера. Аздоник, Аздоник, а помнишь время, когда у нас был штаб и люди ходили в штаб? Нету танков. Давай, знаешь, так и сделаем, Спитер. Так, пошли в штаб, вдвоем будем сидеть там. Пилот и страйкер. Давайте тут. Вы штаб решили? Да. Да. И ПЗ тоже сходим, еще придумаешь. Помнишь время, когда Фолман играл? Нет, я посижу здесь по балду. Раз Доник занялся гидовщиной и отобрал у меня ствол. Дед. Впервые за 16-й год использовали канал в штаб по назначению. Спрашиваешь, использовали? Это утверждение. Ага. Ты, кстати, стрелял из РПО по метке 20, думал, что это 20 метров? Нет, я стрелял примерно, потому что когда я в последний раз РПГ стрелял, она вверх, точнее, вниз завышала. Mm-hmm, она понятно. Стреляла под ноги, а это над головой стреляет. Что там это означает 200 метров, 20 на будущее. Сетка совпадает с тем, как оно есть. Я просто запомнил то, что надо стрелять ниже. Если бы там, кстати, РПВХ попало бы, то мы бы там покосили достаточно, наверное. Там одна РПВХ попала в здание. Ну, а там немного в базе сидел. Все вокруг в основном были. Ну, пулеметчик, как, к примеру, Прайса, он там между казарм лежал, пулял, Прайс? Его бы убило. Не Прайс, Прайс а вообще не Аркадий. Аркадий. Аркадий, да, его бы убило. Там на западе получается. Типа собрать. Где у них что-то? Требует уже. У них в особом месте что? А вон внизу. Под нами. А, вижу. Да, есть на миске, помнишь? Чё? Ты, короче, будешь летать
ну, вначале пролетишь ну, на запад, да, и на север. И будешь появляться с северной стороны, просто въезжать, чтобы типа тебя задетектили и улетать, понял? Ну, прям не к зоне, имеется в виду просто на границе квадрата, да? Рискую, да? Чтобы. А? Рискую лучше. Ну, типа. Паша, враги должны слышать наш план. Но знай, А, попросил же Паша, тебя блин, пройти. елки-палки. Да, мне не нравится, что штабик будешь, наверное. Ну, ладно. Так, погоди, я знаю, ты сам хотел, чтобы Паша прошел, и Ну, вообще... просто я вспомнил, что он стримит. Это проблема. Выключай динамик, Паша, если... Да, вырубай динамик. Короче. Я, как снайпер, негодую, то, что меня тут нет. Ну, ладно. Я как Твоя? спайтер гадую, что тут вон он. Твоя задача, вон, видишь, большой маркер, вот там где-то появляться. Большой. Но ловушки не бесконечны, помню об этом. Да, блин, там тебе даже они не должны даже стрелять, ты там будешь просто зону кошмарить. А Корвус, ты если что тут они делаешь? начнут стрелять, так это еще лучше. Моя задача, чтобы ты их, ну, потихоньку заставил вытягивать всю ПВО в северную часть, понял? Так это суть-то в том, что если я не буду летать для стрела ловушек, и у меня нет пищалки, меня убьют. Так что Да, их буду блин! просто так отстреливать. Прайс, ты ничего не будешь отстреливать. Ты будешь залетать в этой местности, тебя даже видеть они не должны, если они прямо туда только ПВО не поставили. Ну тогда тебе придется отстреливать. Может быть, Вот. использовать место обнаружения, скажем так, опуски между вертолетом и вероятной позицией ЗРК, поставить человека, который будет под ЭВ кричать «Пуск!» Это я и и вертолет, буду. чтобы нырял. Понимаешь, я хочу вытягивать на свою группу ПВО. Вот, То есть ладно. вертолет будет Ну, приманкой, короче, ясно? да, практически. На про свою группу я рассказал. Спитер, давай, что ты думаешь по поводу своего лишь? Нет, стоп, один. В прошлый раз они бардак послали в район Шикэ и Николая. Если Ну нас их. оттуда въебут, то ты нам не поможешь. Так не. Я, наверное, думаю, что ты. Ладно, давай не с запада, сделай с востока, облети все это, а главное, появись просто с севера, понял? Лучше маркизм тоже. А? Лучше тоже маркер поставить в избежание. Че у меня с маркер... Ну вот с этой стороны. И нормально все с ними. Ты сам лагаешь. Я не понял, что так много в штаб зашло. Не знаю, что-то понаехали. Мне кажется, у нас штаб. Ладно. А Какой-то значит, мы штаб идем сходит. двумя группами или все в одном месте идем? Нет, вы идете с другой стороны, так что поэтому ты там думай сейчас. Я хочу услышать тебя план действий твой. Продам админку не до... Так. Че, может нам туда пойти? Нет, снайпера. Смотри, идти с юга это явно, там столько будут наблюдателей, миллион. На горе Ну, мне будут. кажется, на самом деле, я бы хотел, чтобы ты пехоткой пошел бы с юга. С юга. То есть ты хочешь А наши смерти, но... КВшки пока никто не рисовал, я Конечно, там базу можно. нам нарисую. Да. Но наблюдатели будут они везде с юга, они всегда на юге сидят. Ворон. У нас Корвус и там будет Иванчик не тут. Вот Иванчик не тут лазерный нужен. маркер. Корвус, У нас ФСБ и есть Кочегар, довольно... вы пока там посидите, я буду убираться. Ну, а Смотри, лазерный Радонь маркер через... будет видеть кобры? Я хотел сказать просто, что они Т-34 обычно на Дороги, если радиостанцию Маткалая отправляют. Банат, скорее всего, и будут сидеть где-то там до 3-4 и смотрите дорогу. Короче. Вот если Маткалая Банат. Они что-то подозревают. 34-ка респается на шахте, если что. Да. Так мы так все время нападаем, блин. Не, Это знаешь значит... что? Я подожди, тихо. Я знаешь, что предлагаю в этот раз? Через Сахэ тебе атаковать, Спитер. Как тебе идея? Но на Сахе меньше наблюдателей обычно было. По сути, Понял можно, отсюда? но... Тут Да что? нету Аздоника. Кочегар, микрофон тебя подпердывает. Перезайди. ТС. Куда? В ТС? Да. ТСБ, в чем проблема твоя? Что? Что за предъявы в сторону Аздоника? Никаких предъяв. На все разборки. А, Форд, а где твои остальные все? Сейчас как? Нормально. Нормально. Отлично.
Стартуй, Паш. Скринбан. Спитер, подожди. Стой. Ладно, ставим. Сейчас. Мне еще аромат что-то подвернул. Хоп. Там всякие раздонники кричат, чтоб ты запускал. Ребята, раздонник хочет, чтобы что-то объяснял. На месте разберемся. Ладно, все, погнали, короче, погнали. Лигу, лигу. Носите там уже сидели. А я считаю, где спанец. Проверка. Слышно. Алло. Алло. Спидер в первом грузовике лежит 5-7-136, точнее гранатомет. Проверка. Слышно. Где нашел грузовик? Не грузовик, страйк. А, я грузовик нашел. На себе разница. Кто-то уже спиздил 4. Все, что не приколочено, все тырится. Так, гранату можно бросить. Может, чем-нибудь поживимся? Пойдем посмотрим. У меня, я медик, да? КНВ нахрен. Слышно, прием. Тут ГПшник есть. А, это не ГПшник. Расстрелять всех. Есть труба чистая. Вон, МАВС есть. Парень, дай по-хорошему, по-хорошему. Пистолет в коленку есть у кого-нибудь? Есть коленка. Вот все, хватит. Пойду. Ты знаешь, как они все дышат? Вздыхаю, как будто с ними что-то делаешь. Ах, Цыган. Что я с ними делаю? Ничего, они сами упали. Ты не хочешь пулемет себе? У него обычный ствол, да, тоже? Механика. Можно пулемет две руки. Ты не хочешь там 32? Давай делать. А мы на вот чем? На хамиках его. Едем или на. Слушайте, а можете пулеметик да. Вот дать, а? Ну ты в колено давайте. А, осторожненько стреляй, чтобы он сознание да. Потерял, а не умер. С трубы стреляй. ПЗ, у нас есть страйкер, у нас есть хаммер с пулеметом. Ну ты командир, я не хочу. Давай еще ему. Вот ну, так еще фристайм, сколько тут времени фристайм? 10, да, 5. 5. Не знаю, я могу сесть в технику и ехать уже. Она прятачена, по-моему. Ля какой, а? Дикаменты где брали? Пошли, покажу. Его стырили негда. Стивен, нет. Снайпера. Скотина. Блин, да дайте вы просто экран. Ребят, махнул. Стивен умер. Лох. Сам. Стивен умер. Ой? Сам такой. Стивен умер. Ой, он сейчас полечится. Вы не убивайте, иначе в технику не сядете потом. Ой. Мочи его. О, ля какой, а ну-ка. Ля. Прием. О, упал. Ля, у него глаза красные, демон. Курил много травки. Да. Там ящик медицины стреляли так-то. 5 выстрелов выдержал. Чтоб я так выдерживал. Угу, в колено.
Ну еще спитер, ты решил на чем? На стрекера? А, точно. Нет. Почему? Чем взывать будешь? Ты конечно, у тебя не блин. У меня. Паша, куда? Гранатомет. Я не знаю, спитер не решил еще куда. Наверное, на стрекера едем. У нас есть. Нет, у нас группа. Кто командует спитер? Зарядно, мам. Ребят, у нас есть стаки, у нас есть хаммер. Я думаю, надо ехать сильнее, под глазами все хотя бы. Ну, стакер основная, и еще на 2-3 человека максимум на хаммер. Ко мне обращайся. Я ко всем обращаюсь. Куда ехать на это? О, все. А так, окей, я кто? Ну ладно, ПЗ, я АВ, пусть... Ладно, Каркадыч и АВ, садитесь, вы будете вдвоем ехать на хаммере. Остальные силы пусть стаки садятся. Короче, уки, мы поехали без вас. Короче. Так, все сели? Все сели? Кто не сел в страйкер из группы? Вернее, кто не ехал, не едет. Все сели. Ну, все, все. Поехали. Куда? Налево? Нам налево. Скажи, Зоник, блин, как особенно себе частоту отдельную, но как бы красным светом будет. Ну, пускай давай, сидит, давай, господи. Я не знаю, кто с ним связываться будет, разговаривать на отдельный. У нас водитель. Ну ты мне скажи, куда ехать? Ты тут налево есть. Нарисовано. Ты что, прям до самого въезда, что ли, рисовать? Че хочешь от самого въезда рисовать? Да, потеряюсь, потому что. Хорошо, все, видишь теперь? Метки лагают? Или не лагают? Это же 1-1-2, да? Да не, нормально вроде. 1-1-2. Это альфа. А на стрелок есть здесь на стрелке? Есть. Хорошо. Чтоб смотрю, когда мы в зону заедем, чтоб на Т-34 не нарваться. Сыну сбоку. А мы откуда идем? Панзаю. Ну, с запада. Там машина нарисована. С Чак-Чака горы посмотреть. Петр, а мы как перевал будем переходить? Ну, хаммер пусть впереди пойдет, как смотрит. С хаммера есть едет, там два человека сидит. Насколько впереди? Метров на 100. Выдачку, конечно, доехали. А, прием. Странно, Зоник сказал прием и замолчал. Так, ладно, кто метки хочет заняться, на сколько поставить? Чего ПБ? Нет. Спитер, доехать перевала, пропустить вперед хаммер, да? Да, ну за перевалок я так не знаю. Ты скажи при этом, когда остановится. Сколько я помню, в страйке есть типа. Хорошо. Там будет, что нас сожгут. Чекаю. Привет, ТВ. Хорошо, хорошо. Да. Слышно. Да, паранизм. А, репит? Да. У тебя есть GPS? Это. У кого GPS? У меня. Кроме водителя, у кого GPS? У меня нет. Я вас понял. Где мы едем, то хоть нарисуете? Я сейчас нарисую, потому что такой GPS.
Уже хорошо с доп-каналом вообще просто. Слушаешь, это говно. Я только сейчас понял, что там. Метку видите мою? Да. Это любой сет. Ну а что за цвет тут? Здрасте, прием. Синий. Связной, прием. Здрасте. Астоник, вы что, на войне играете? Почему метки синие? Це вот стрел. В общем, обнаружена вражеская метка БЕ. Да, я говорю, что они... Да, сейчас. Играл на логе. Это хоть 6 стоит. Ну чё, Паш, моя ставка, до куда мы доедем? Ну, я думаю, что мы в Сахе застрянем. Я думаю, что мы не доедем до Сахе. Очень плохо слышно звонить. Всё, не слышно. Всё, я перестал слышать звонить. А мы, они где-нибудь в районе чуть северо-западнее Сахе поставят телегу или на наблюдателя в дальности хватит, чтобы через Кокару засечь проход. Лучше перед Сахе десантироваться. Лучше перед зоной его уже поставить. Сейчас будем пробовать езжать, мы с ним вперед. Так, Хаммер, прием. Надо было раньше посмотреть горы. Горы надо было осмотреть. Короче, вперед езжайте у нас. Метров 100-150. Чего это? Не хотите? Им что, пушечное мясо, что ли? Так, должно быть камеры, чего сидит? Должно быть два. Почему? Кто из этих команды? Слушайте, у них Т-34 с фугасом диким. Даже без дикого фугаса. Очко рвать может. Так, просто за перевал перейдем, у нас там укрытие вообще никакого, кроме... Кроме зеленки не будет, наверное. Подальше, допустим, снег сидел впереди. А здание помнит? А здание все. Мы находимся в ущелье, у нас связи нет. А. Почему такой довольный сижу? Что да? Почему такой довольный сижу? Просто звонит не слышу. А это очень просто, на самом деле, вы не слышите. Короче, видишь, она кричит лампы и... И вали, не останавливайся. Или пулемет куда-то. У меня короче, пока у них будет перезарядка, мы уедем. Нет, у меня будет. Пулемет не будет. Танк вообще бывает или нет, 12-7? У всех. Т-4. Куда дальше? Без подари? Аллах. Да? Мы врываемся, да, прям тут? Прям туда. Давай. Подавлять город? Что? Так, нет, не надо сильно так продвигать, что... Вы там на стрелку ехать? Прям, нет, не встает. Это же другой город совсем. Они все равно там могут... Да нет, курвы. Я послал метку до Сахи не доезжать, там лес уехать. Ты вообще уже остановился. Карыч, вы в город не езжайте, хотел, чтобы вы съехали в лес перед ним. На связь. Ты тоже смотри, что поворачивать будешь. Так тут город как на ладони, нас сейчас сожгут. Направо. Направо съезжай ты. Сейчас доедем направо. А я уже очком стальные прутья перекусываю. Говорит, человек в город не уезжал, он поехал в город, ясно, все. Я ни хрена не слышу, не понимаю, что там происходит. Типа, ты в город не уезжай, ты поехал в город, зачем? Вы к экипажу говорите в КВ, чтобы громче было техники. Экипажу техники в КВ говори, спит, чтобы быстрее и чуть-чуть было понятно. У него там шум. Да у меня тут что же шум ДВ заработал, все кричат.
Да все, я не знаю, полиция ее куда ехать. Там ничего полезного нет. Так у нас какая задача — запалить танк, умереть. Спидер. Что? Куда ехать дальше? Что ж, стоит же метки на карте. Или ты съехал с меток? GPS видишь или нет? Мне, чтобы увидеть GPS, надо вылезти. Ладно. Езжай сейчас налево. Или через 10 минут. Валение на 80. На 80 езжай. Да, не на точку играет. По кругу будем ездить. Это ж так важно, ты чё? Короче, живы там еще? Да живые. Вы куда уехали? Да не знаю, по зеленой метке. Окей, вы там, надо будет, вы вперед не суетесь, нам будет пехота высадить сейчас. Мы дошли до этой... Я не сделал что-то нормально, я высадил пехоту. А пока будем гореть. Может, мы в зеленке остановимся, пехоткой дальше пройдем? Вот, в зеленке мы не остановимся, пехотку высаживаем. Да. Я хочу... Так, Иванчик, что мы заныкаемся, заедем в нормальное место, чтобы пехоту высадить. Сейчас хрена его место, там пехоту высаживаем. Тормозяк. Высадка? Можешь мне тут с пехотой пойти? Что? А ебанчик, тебе стрелка оставлять или нет? Как хочешь, положение. Так что мне, куда? Ебанчик, ты смотри, я тебе стал не оставлять стрелка. На шопу переходи. И по сторонам смотри, ты пехота. И от страйкера нахрен отойдите, сейчас сюда прилетит что-нибудь. Он как, блин, лампочка светится. Зачем? Куда там сделаем? Куда двигаемся? Вдоль зеленой линии. Так в этом хаммере нет никого. Зачем? Так вы куда двигаетесь? Нам нужно у кого есть оптика или что-то там обвинуло? Ну вот сейчас я GPS раздобуду, тогда подвигаюсь. Он не за мной двигайтесь, ждите меня. У меня у гранатомета есть типа оптика. Гранатомет не считается, у кого есть нормальный бинокль? Страйкер, есть оптик. Нам нужен наблюдатель на гору, понимаете? Нужен человек с оптикой. Ну или с биноклем. Похоже, таких у нас нет. Хантер и снаряд, это что такое? Неизвестно. Можно стрельнуть? Вижу по горе, это липи. А вдруг мы умрем? По какой горе? Азимут, тема. На 50 от метки Хаммер я залез на горку на 2363. Вижу талиба на горе. Ну, меточку дай на него, а все стоят такие, блин, полный рост смотрят, охренеть. Так, позаймя, тут отвлекают, короче, команду, если что. Да могут GPS дать, есть? Паш, это где-то на зиму, те 60-40. Меня сейчас очень сильно отвлекают. Короче, держи связь с ними, а я буду, наверное, вести. Это GPS есть? Нет у меня ничего. Давай я дам, ты где? Да не надо мне GPS, ты ставь. Махну, не стреляй, не надо, чё. Кто стреляет уже? Спитер, я так понял, нам надо сначала посмотреть, потом пойти. Поставил меточку. Надо залезть на высотку и смотреть с высотки все. Там вон уже вопрос... наш летит. Я могу объехать через горы и посмотреть с высотки. Для... Ну ты прям беспалин, а потом с человек, не знаю, сколько пока сидит. Смотрите, вы этого наблюдателя, которого заметили, к нему подойти незаметно с какой-нибудь стороны нужно? No. Нет, он на горочке стоит, навряд ли. Где, например, так, окей. Стрёмно, значит его со страйкера только сколопнуть, либо с винтовки снайперской, которой у нас нет. Кадыч, это РПГ ты поставил, да? Да. Окей. Это Аздоник на чёрной... Горе, там два придурка наших бегают. Да. Да. Так-то. Их нормальные люди. У нас нет ни одной оптики вообще, ничего, да? Вы дальше ушли все? У тебя что, Кадыч? А, у тебя первый оптик. Да. Прием. Вы все дальше ушли, что ли? Я вперёд двигаюсь на той горе.
Двое это враги? Да, метка стоит, РПГ там будет. Ну, давайте их уберем, выкатим страйкеры, снимем их. Причем это должно быть произойти очень быстро. Вы их устрякиваете, я сразу огонь. Вот мне кажется, сейчас мы о разных вещах говорим, о разных метках. На карту посмотри. Ну я на 40 говорю там. Да, на горе 2. Я спросил, говорят наши. Теперь через 2 минуты наши. Говорят чужие. Метки синие наши. Ставят. Вот я стою, вот махаю. Могу трубу достать сейчас, вот. Один лежит, да? Все стал. Да, ну все, дальше туда двигаемся, господи. А где вы видели врага-то еще? За нашей горой. На карте там есть. Да, на карте метка. Сюда, в нашу сторону смотрим. А нет, не. Это ПЗРК вроде. Имеется в виду вообще за городом, что ли? Паш, вообще в другой стороне, за этим холмом, за их, мы еще не видим. Ой, все, пошли по низине пешком. Страйкер, по низине двигайся. Сначала на север, на 0, потом поворачивай сразу на 80, через зеленку едь. А мы двигаемся на 40, бегом, к Каркарычу, к этим двум. Да, это пузырь. Надо еще больше было. Так, я снова здесь, я говорю, я сейчас все, я не могу командовать, меня очень часто отвлекают. Ну всех остальных я вижу впереди трое ползут, короче, что. Там наблюдатель был, есть на горе или нет? Кто там? Как-то на гору пойти сказал, у него оптика есть. Пулемет с оптикой. Молчат. Я наблюдаю. Окей, ты залез на гору наблюдать, которую я отметил. Я сейчас пойду на линию. Блин, устал. Отдыхай. А где ДВ? Кому-то ДВ отдал или он пустой исчезл? Арма с хавом. Че тебе по ДВ надо передать? Да, у меня просто снаряды лежали мои. К автомату. Ну окей, я буду очень сильно стрелять. Сейчас здесь отдыхать будем на этой горе. Еду в низи. Знаешь, как далеко тебя слышно? У тебя бинокля нету, Фарт? Лягай, Паш, лягай. На горах очень видно, когда стоишь. Сейчас непозволительная роскошь нам. Может тут враг будет. Кто идет наш, поднимается на гору наблюдатель? Понял. Так, я устал. ПЗ, доехал до нашего. Нет? Стой, Иванчик, стой. ПЗ, ЧПС дать? Нет. Но не подставляясь, поднял прием, выводим на себя кого. Бинокль бы дал. Да. Там без бинокля здесь туго, на самом деле. Mm-hmm. В таких районах. Это полное. Я такой же обычный солдат, как вы. Ебал, давай, кто схавал арма. В смысле, да. Паша дополнительно есть, он слышит, наверное, ДВ школе выключил. Ну нет, уже. У меня ДВ исчезло, просто там были мои снаряды к автомату, которых сейчас нету. Я так понял, мы уже на 20 наблюдаем. Там метка на нас стоит, пиздец. Возле бункера там тоже бегают. Сейчас метка пустой. Да. А слышишь, наблюдаем ставку противника. Мы можем сейчас лазером подсветить и убить. Как понял, прием прайс. У нас тут это ЗРК ебывает. Ложись. Азарт, ложись. Азданик, прием. У нас воздух такой азданик. Есть. Мы лучше на маркер, бегите, да, азданик. Да, там ПДВ говорят. Давайте Евро, прием. Евро, скажи Азданику, чтобы он маркер поставил на эту долбу нафига. Попробуйте подсветить, блять, мало ли получится сейчас.
Я вот что-то не наблюдаю этих РПГшников двух. Можешь убежать. Вроде Майфера, туда смотрю. Слышите меня? Там говорят, да, раз, два, где-то рядом с вами. Ребят, иди. Евро, блядь, попробуйте лазером подсветить. Нет, там же вот с моей метки видно, все хорошо, он сидит. Может уберем? А он как? Он на нашей стороне склона сидит? Он успеет убежать, если страйкер по нему начнет стрелять и... Ну, скорее всего. Ладно. Ой, хаммер. Этот УАЗик вижу, но он просто стоит. Ну эту байду надо убирать. Нам не надо, чтобы она осталась. Вижу, он находится. Где? Ну чё, давай, может, ставить бойцов, обойдем, попробуем. У меня пулемет, я могу попробовать дострелить. От нас на 54, видите, камни на склоне, там они. У меня склоне на верхушке. На 1200 пулемет стреляет, могу попробовать это спугнуть его. Да это просто ты спугнешь их. А они за камни выйдут, всё, короче, это палю сильно. Нет, там ко мне не... На карте, должно быть камни, потому что по камням пройти вниз в низину, к зелёнке. Блин, тут даже пройти незаметно негде. Ну, есть камни снизу, не знаю, зелёнка, как по ней, Паша, зачем? А чё ты думаешь, вон спуститься справа и уйти низом? Со страйкера, но надо объехать на эту позицию. Прайс, прием! Прием, прием. Тут хорошо. Там где-то говорят, какой-то пикап возле снайперов обнаружили. Покрутись там, может затекаешь. Да, блядь, так подсветите вы этот пикап, если видите. Да, а чё-то не видим мы его, в том-то и дело. Ну ебаться, урод, хотя бы метку примерно на карте, чё за нахуй? Так вот, так вот. Сейчас, говорят, поставят метку. А, Иванчик, стоишь здесь, Каркарыч, стоишь, смотришь, что же за ними. Мы сейчас все остальные справа от этой горы спускаемся, идем, пробуем убирать этих уродцев. Если они шевелятся, что-то там на нас начинают агриться, трекер выкатывайся, и Каркарыч, ты их тоже, давите их. Мы туда двигаемся, занимаем эту позицию, уже оттуда пляшем. Надо сейчас назад отойти, со слоном лезть, чтобы... Что, направо уходим, да, Паша? Не, направо вниз спускаемся. Сначала назад, а потом спускаемся. Сильно не бегите, свободный бег, иначе быстро становится. А, да, страйкер, тебе лучше действительно с этого перешейка выкатываться, здесь менее пологий подъем. Паш, камень есть очень хороший. А что он нам даст? Трекер, понял? Ладно, а что, сорочка, тоже стреляй. Ты не убежали. Так, ну что, спускаемся вниз в землю. А, нет, снова вы... Блин, в деревьях бежите, бегите. И лучше, кстати, прикрывай, всем вместе не бежать, потому что так палевно очень. Прикрывай с кронами, бегите, прикрывай с кронами, чтобы между, примерно, их позициями и вами дерево было. Или кут. Камень. Другой человек. Страйкер. Да. Заяц.
Волк. Зайцы тут у каждого свой. У каждого свои зайцы в голове. Да. На шепот переходим, а то уже что-то как-то это странно. Давайте мы здесь в этом лесочке отдохнем, потому что меня уже стучит. Так. О, шилку вижу. Просто за меня сбил. Шилку? Внимание, танк! Внимание, танк! От нашей позиции танк, 80 да, в гору. Да, вижу. Всем занять укрытие. Лучше засконуйте сразу, то сейчас прилетить. ПЗ, у меня в страйкере есть 136 три штуки, я могу попробовать. Передайте ПДВ, дал метку танка. Передай лучше ПДВ, метку танка дай. Иванчик, передай ПДВ, у нас нет ДВ. Слышишь, Ферк Прайс, помять ли танк, попробуй. Оксанка, вы... Да, есть там пол пехота вы... Или один из них. А, есть предложение частично нам выдвинуться. И двигаться будем, и вроде бы незаметно относительно в лес. А куда выдвинуться? В сторону танка. У нас есть что-то выдвинуть? Да, есть. Не надо. Я точку указал, довольно относительно точное. У меня есть относительно GPS, и могу относительно попытаться по нему стрельнуть. Все относительно. Там он зоне попросил танк надо выжить. Подождите, Паш, у нас есть что-нибудь в группе противотанка? Есть, Мавс. Мавс. Ну тогда надо подходить ближе. Ну вот и делаем сейчас. Это... По нему, правда, сейчас вертуха должна отработать. Но мы по параллельно будем двигаться. Вдруг он на нас сейчас ломанет. Двигаемся. Танк движение, движение, танк двигается. Вау, видишь наводку на бункер, там народ, можешь бахнуть сюда? Пока нет, пока отлетаем. Да, двигается, танк, там не пехотинец. Да, слышишь, занимайся на этот танк. Сообщили от пехотинца с БЗРК? Понял. Нет, Иванчук должен сообщить. Внимание, еще замечены ПЗРК возле танка. Это Дельта, Дельта, Дельта запрашивает. Ну, танк этого командира есть или нет, или что-то? Нет. В городе осторожнее, здесь могут люди. Питера отказала арма рацию и ДВшу. Могу передать ему то, что ты говорил. Марк, кто видит на 70 вверху, это камень на самой верхушке или нет? По-моему, камень там. А, стоп, на 70? Да. Ну да, камень, по-моему, самый верхний. А Т-34, она у нас сейчас на азимуте 30. Стоит у камня, ё-моё. Переместите метку. Она где Каркарыч ПЗРК. Сол, зачекал передвижную ДУшку, метку тебе дал, отрабатывай. Куст, камень, ну, давайте что? В город зайдем, чтобы более безопасно было. На танком на горочке движение. Это ПЗРК, ПЗРК. Я чуть быстро стою. Сейчас потеряйте знания. Это, ой, все кроме куст. Танка бегло прям. Точнее, кроме уста. Евро, алло. Да-да, стоп, сейчас подожди. Сейчас мою ЗУ тебе назову. Подождите, я отдыхаю. Это ЗУшка мимо. ЗУшку, походу, убил. Метров 200-300 не дошла. Да больше. Все, вообще соседнюю гору ударил. Там где ЗУха. С наших позиций где-то 650 метров до танка. Все, по ЗУхе отработали. Да другая, передвижная, там он да, горит. Сашку зажгли, высвет. Этот камень на горе есть или нет камень? На горе есть камень. Что-то дымит. Пушка дымит. Паш, у нас пуск будет, это да камень, или нет? Это камень точно или нет? Могу пуск сделать? Ну, я... Вроде бы точно. Точно, делай пуск.
Сол, прием, как слышишь? Опа-на. На связи. У меня... Я тебе метку дал, а тут она бьет или нет, осколочный? Да. Метка точно. Так, теперь видно? А М136 у нас есть? У кого-нибудь? У меня есть фонарь. Ну, это байда на 600 метров бьет. М136 точно. Могу пытаться, могу. Он сделал. ПЗРК достал. Стрелок, ПЗРК заряжает. Стрелять. Вот, сейчас можно как раз по пехотинцу. Давай. Так, сейчас. Готовься следующий сразу. Следующий готовь сразу. Перкарыч, стреляй. Далёк. Сильный. Дальше. Прячься сама. Оглушил. Вылез он, не знает. Чё за... А тут недолёты это... сильные, это какой-то стрелять. Он по вертолёту. Выбежал из танка, он выбежал из танка, бросил. Стреляйте по нему. Уезжай. Окей. Без прицеля нет, расклады. Уходим, меняем позицию. Не видим танка на метке, обновить. ЗРК в нашу сторону. Не видят танка на метке, просят обновить. Он так, что, в городе сидим или двигаемся дальше? Лучше двигаться, он уже знает, что мы тут. Пускай может да, выехать. Паш, я предлагаю двигаться в сторону востока, туда может быть за хребет выйти. Да, давайте быстрее пересекаем на восток резко. ЗРКшник в сторону вертушки смотрит. Хорошо, у нас есть возможность. Пошли. Евро, алло. Что там, где там? Мы сейчас вот можем на 30 ну, между ложбинами пройти. У нас есть чем не устрельных танк, если подожди, ничего. Сейчас на бункер наверху. Еще было, 136. Еще одна есть, выстрел. И ручной есть, одноразовый, его у Каркарыча есть. Да, надо, чтобы наблюдатели нас видели. Наблюдает? Повелся, бей! У меня тут пока наводка. Видишь мою наводку? Не вижу. А так? Тоже. Блять, а как ее включать? Наблюдатели, вот, прием, видите опять. Нас? Может, держать стороны шпиона. Прогревается лазер иногда. Насколько бежать? Вижу. Пока вы до вожбинки сейчас здесь скроемся. Ну я вот бегу где-то район 30-40. Вот лес заканчивается, останавливает. Дальше по склону пойдем, наверное, к сторону этого наблюдателя. ЗРКшник. Надо отдохнуть. В вашу сторону с ПЗРК смотри. Иванчик, ты пока в вожбинке сиди. Можешь, кстати, выкатиться, убить, попробовать ЗРКшника, если я его увидишь. Да, давай, никуда не убежит. Там боли будут. Причем спустился немножко. А мы отдыхаем пока здесь. Потому что... Давай, Иванчик, работаем. Огонь свободен. Танк в движении, внимание. Понял, Иванчик, танк там в движении. Махну, ты знаешь же, как здесь дальность выставлять? Я слушаю, передам как будто. Дальность как выставлять на этой РПГ-хе, знаешь? О, нормально. Стрелка вверх и вниз. Там пишет дальность. Благодаря. А, у тебя рюкзак, ладно. Давай, возьми. Так, он ушел. Есть подозрение, что упал. Входит в гуал. Мы его ранили, он упал без ног был. Давайте на 340 идем вдоль склона. Он лежит без сознания. Ванька, сейчас спалились? Добивать. Так, кто-то из наших уже побежал туда, смотри. Вот, видимо, я к камню подбегаю далеко уже. Возможно, добьем. Там стреляй. А, ребят, дозорные, ведите нас, чтобы мы не вышли на врага. А, Иванчик, скрывайся, танк по кому-то бьет, может, по тебе, не знаю. Понял, связь плохая с тобой уже. А это по, не по тебе бьет, а по другим бьет. Блин, человек. Ты ранен, наверное, тебя перевезут нам. Или усталость. Передают то, что по шахте бьют нам. Понял. Может, кому нужен один зарядку? Впереди
по уставу на малом ходу идите. Паша, впереди в камнях свои бегают, впереди вот камни. Да. Да, один свой, Ярик. Ведите нас, ребят, ведите, мы не видим себе. Там танк на место обновить. Ну у вас чисто по зеркашникам. Танк примерно где находится, просят обновить. Соскон ушел от нас, невидимый, но. Танк ушел, по склону потеряли. Ну, у нас начали славы. Так, потише я послушаю. Есть подозрение, он где-то в районе города, рядом с Каркарыч ЗУ. Нет, меня он далеко стрип. Но он на нашей горе, скорее всего. Да, ну я бы не сказал, Паш, довольно далекий шум был последний раз. А, прием, а наш примерно от того трупа, примерно метров 200-250, бежит в сторону трупа человек. Да, наш. Лег свой. Подожди, какая? Иванчик, подошел очка с бегена. У меня оптика хорошая, но я вижу вот труп и чувака, а разобрать форму я не могу. Свой. Руки же в халатах, там халаты издалека можно узнать. У них обычно. Супер, помогут, организуй да? Метку на нас примерно, где мы находимся. Питер? Да, сейчас. Обновляем время от времени, сейчас еще опасно. Ну, стоит, а у нас GPS. Залип. Залип. Надо бы ЗРК отстрелить куда-нибудь. Вертушка, обстреляйте БЕ. По вертушке, например. Да. Так, походу нашу ДВшку взяли. А мы эти живые. Там прикалист какой-то сказал, вертолет, чтобы обстрелял БЕ. Так что ДВшка наша уже врага. И танк где-то здесь, по-моему. Здесь кого-то. Могу сказать, что вы сделали на ДВ. Иванчик, ты можешь переехать на нашу гору, в принципе. По хребту кататься. Сказать, что ты ДВ. Да не надо, не надо. А ДВ менять не буду. Окей, я ДВ перевожу, переезжаю на вашу гору. Да. Репит 3. Чуть на холм забрался. Почему просто метка красная стоит? Это что, опять БЕ, что ли? Блин, опять на ноги играют. Метки красные на врагов ставят. Не, горву ставил, вроде бы. О, УАЗик стоит впереди. Да, УАЗик. Блин, на ней. Там, ну, там. БЗРК ниже вас. Ближе к дороге лежит. Надо бы забрать и стрелять или по танку. Ребят, потише, потише. От репита я на холме, танк катается где-то два. А почему метка красная? Какого фига? 1-1Б на 20 танк где-то. Да, примерно звук слышу оттуда. По дороге вижу, бежит в городе. Дурак, сейчас выключился. В каком городе? Труба, готовься, сразу трубу ставь. Фирузабадик бежит. Труба за холм и сразу оружие на трубу. Сейчас будем это атаковать. Далеко от трубы не уходите, ребята. А то если он выскочит на нас, расстреляет, ничего сделать не сможет из трубы. А вертолет? А через дорогу в кустах кто сидит? Пират? На 25 примерно. Если он не видит, это свойся, лучше нам танк вышли. А я не вижу танк, честно. А он стоит под нами в городе, в этом. Кто это? Понял. На 40.
Вот бежит к дороге, бежит сейчас кто? Враг. 30. Может убить? Не надо, Вообще походка не похожа на врага. Возможно наш. Прием, говорит страйкер. Куда смотрит танк, если кто его видит? Да не видим мы, я вот не наблюдаю. Вот это вражеский ПКМ. Это по нашему бьет. По кому? По пехотинцам, по-моему. А танк, по-моему, я нашел, он стоит в городе танк. Совсем за склоном скрытый. Так, ребят, за склон не опускаемся, там по нашему бьет очень редко. Да, пулемет с ПКМ где-то с города бьет. На входе с города. От 1-1-Б, от 1-1-Б метки, прям восточнее, метрах, наверное, 200-300. Прям восточнее? Прям восточнее, оттуда долбежка слышно. А, туда, то согласен. Значит, ПК. Прямо снизу. Я перенесу. Около дороги. Куда, блин, куда? В город не входить. Мне соблазн сейчас бежать в дома эти, которые на склоне, и с крыши выстрелить там. Но если есть чем, поздно, там поздно. ПК. Ну, он бежит по склону, враг. Страйкер есть еще. Вижу. А снаряда есть для М3 мало? Нет, два. Да, нет, наблюдаю, да, наблюдаю, только это непонятно, свой не могу поделиться. Бежит, это враг бежит, Сейчас, подожди, просто поведем его. Есть 4 взрывчатки и 3 тактика. Можно отрабатывать. Танк внизу, КЗ. Да вижу я танк, вижу, вижу. Чё с пехоты, отрабатываем или нет? Пуста. Бери, да, забираем, ее. Танк остановился. Стреляю примерно 250 метров, не знаю, попаду нет. Не дали. Иванчик, это где-то? Я переехал на шкуру, остановился до 500 метров. Сейчас бегу к тебе брать труму. Ой, на нас море тулу повернул. Ой, ребят, свет. Прячьтесь. Сейчас двигается, на восток поднимается. На 305-ю заезжал. Ценник гуд. Иванчик, ты на склоне стоишь где-то, да? Да, слева. На левом склоне. Пока не наблюдаю. Да, я схожу. Старые метки, да? Где мы приехали? Обратно свой. Туда. А можешь поближе подъехать вперед? Как понял, Иванчик? Да. О, давай, давай, давай. Что-то далековато. Мы впереди тебя. Я знаю. Спитер, что там? Еще кто тут у нас? Там... Порт. Вы что, не стреляли? У вас нет ничего? Нет, у нас ничего нет? Есть. По идее, спитера должна. Нет, нет, есть не выстрел. На один на двоих? Нет, не, у меня один, у него два. А что вы не стреляли, ё-моё? Так он на нас дуло повернул, мы ушли сразу. Да пола. Блин, ну была возможность стрелять. Была. Танк кто-нибудь вообще наблюдает? Да. Терпит. Он на восток поехал, на 305-ю. А право живо находится на метке. Там много путей или у них? А ты скатываешься там вниз. Народ, у вас кого-нибудь убили? Нет. А потери нету убрать. Мы еще аутируем. И что вообще с БЕ? БЕ вообще живой, там я вижу две минки, все. Вот он, Кодрус. Метка, типа, БЕ нет. Как обычно. Пехотинца убили, кстати, того, которого пулеметчик. Нет. Блин, что-то совсем все плохо. На 330 двигаемся в город, сейчас пересекаем, поднимаемся в город. Куда? На 800 стоит Ландровер, короче, на 800 стоит Ландровер. Пулеметный?
нет обычный, но там два танки, я сколько помню. Паша, от города в районе 60-80, там дорога, где идет вдоль дороги, он в зеленке мелко лежал, мелкой зеленке. Которая восточная, да? Я понял. На юго-восток, которая уже. Это что такое стоит? Это, судя по всему, сейчас уничтожила вертушка радиостанцию. На 80, значит, стоит. Это у вас или что? Наш, наш. Туда танк вижу, нажимал. Танк вижу, вижу, там катается зараза. Управление пошло. 70, а, вижу, ну вижу. От страйкера где-то. На 50. Да. На востоке что стоит? Что хотел передать тебе сразу? Метку, да? Он сломался. Вышел. Вышел человек. У кого есть дуба, попробуйте сейчас. Метка точная. Видите метку один пех там на том, вот юго-восточнее, вверх танк там. Какое расстояние до него примерно? Не могу сказать. Паша, по-моему, не там. Он стоит до 23, либо 23.70, либо где я ромбик поставил пустой без знака. Да, скорее всего, да. Алло, на ДВ. Ты хотел что-то передать спецназу? Это Корвус. Что? Ты спецназу что-то хотел передать? Нет. Ну да, у нас тут проектор судей. Командира. Он на нас тут повернул. Я не вижу его. У нас тут двое осталось. Он в камнях стоит. Вы танк, кстати, видели? Я метку поставил. Он уезжает, получается, от города. Там примерно не где он? А, он не стоит. Все, в город едет. На 55, вон он, возле камеры. Да я вижу, КТЭЦ, 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 сейчас остановлюсь. Заехал в город. 34 в городе. Едет на север. Я остановлюсь. Блин. Что это? На удачу. У него что, стрелка нету или есть? Он походу один, нету, походу нету. С богом. Пусть остановится. Встал. У тебя ж этот, пристрелочный есть. Попробую стрельнуть на 500 метров. Есть. Попадание. Не расслабляйтесь, здесь бег где-то. Пулеметчик. Трекер, можешь выкатываться на холм в город, смотреть в оптику. Поможешь нам. Сейчас уже бояться нечего. Да, да, видите, я уже в городе. Что в городе? Все, я в город уже подошел. Как я помню, за дороги еще. Казармы в городе можно бахнуть чуть ли не с пулемета, они взрываются издалека. Да. Бабах. Я буду за БЗР, кажется, если что, не умеете, взял их и... А если вот на танк спуск? Пуск, 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 старайся, уходи, уходи. Там взорвали. Типа, нет, трекер, только шахта, живы? Что ли? Только шахта осталась. Трекер живы? Да. ЗРК есть. Я слышал. На 90. На где-то на. На 60. 60? Да нет. А, это сейчас кадр фигач. А сейчас кто по ЗРК стрельнул? Я отстрелил по ЗР. Понял. Все что ли? Да, поехали там, садитесь, поехали. Подождите, сейчас я покажу. Все.